инициативы продуктовых или продовольственных карточек предложила, потому что мы видим, да, что рост безработицы растет. И, соответственно, если сейчас принята мера правительством по снижению, да, цен на базовые продовольственные товары, все равно для многих слоев населения, кто остался, да, за чертой бедности, так или иначе, проблема с закупкой, даже вот по тем ценам, которые установили сейчас в рамках заключенных соглашений. Продовольственные такие карты, они в разных странах уже достаточно давно применяются. И я считаю, что сейчас стоит нашей стране тоже задуматься о введении таких карт. Я знаю, что в ряде регионов есть что-то похожий опыт. Сейчас для многодетных семей тоже внесли на карты там 1000 рублей, например, да, в месяц на базовые продукты. И сейчас идет эксперимент, насколько я знаю, в ряде регионов там 1000 многодетных семей как раз такую возможность имеют, да, кто как раз малоимущий. Будем, да, в общественной палате тоже эту инициативу обсуждать, прорабатывать. На мой взгляд, это очень необходимая мера в настоящий момент.